тут слова излишки, он все сказал. Да, я уже поблагодарил, огромное спасибо, что... Не надоел, это у него дебют на этой сцене, в этом зале, где сам Розенбаум был, в этой комнате. Там есть фотография. Да, мы его нашли давно еще. Еще его мало знаем. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Хочу вам напомнить, что не только Диму, но и весь клуб вы сможете услышать в следующую субботу. Юмористический концерт. У нас сползла юморина на 17 число. Здесь в 17 часов. Спасибо, до свидания.